Наступление на Северодонецк продолжается. Сейчас пехота штурмует уже улицы Северодонецка. Сейчас они пытаются закрепиться на окраинах города. Поддержку им оказывает артиллерия Луганского корпуса народной милиции. Это артиллерийская установка «Гиацинт-П» 152 мм, которая ведет огонь по технике противника и по живой силе. В основном какие цели для поражения сейчас? В основном это вооружение, военная техника, вот, укрепрайоны противника, находящиеся. Видно, что они изначально планировали войну в городах, не планировали выходить с нами в открытые поля. И жмутся к городам, жмутся к жилым кварталам. Жилые кварталы, большие застройки, уничтожая, грубо говоря, свои же города, тем самым и обрекая на страдания мирное население. Научились с 2014 года. Работаем и даем порт очень достойно. Вытесняем противника. Используют они станции западной контрбатарейной борьбы? Да, станции анти-ПКЮ используются. И это видно потому, как они засекают наши работающие батареи. Но их становится все меньше с каждым нашим выстрелом и станции, и батарей. Как только пересек Счастинский мост, эмоции, конечно, нахлынули. Положительные эмоции. Счастье. И за то, что освободил свой город. Дождался. И хочется, чтобы быстрее там был мир.